момента выхода 20 серии турецкого сериала «Легенда». 20 серия сериала выйдет в эфир 19 апреля. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Батугу и Туткун хотели убить, но после этого они пропали, как будто их похитили. Когда Кирчичик сообщила об этом Акис, то она была потрясена. После того, как Акис наконец-то воссоединилась со своей матерью, она не смогла заметить, что жизнь Батуги находится в опасности. Она сразу же дала клич, чтобы все отправились на поиски Батуги. Только положительных результатов и каких-либо следов, оставленных Батугой, пока не удалось отыскать. Чолпан сообщили, что теперь горного ханства нет и все погибли. Она вне себя от ярости. Все считают, что Батуга умер. Но только Акис не хочет в это верить. Она чувствует, что он жив, и говорит об этом матери. Мать, которую только нашла Акис, старается оказать ей поддержку в этот непростой период. Акис цепляется за эту надежду, чтобы не сойти с ума от горя. Улуэдже просит прощения у неместного Тингри за тех, кого она убила. Акис решается на отчаянный шаг и обращается за помощью к Альпагухану. Вместе они начнут заниматься поисками Батуги. Акис, смотря на рисунки Батуги, сказал о том, что ей сложно без него дышать, и просит подать ей хоть какой-то знак. Альпагухан видит, как Акис страдает по Батуге, и он хочет, чтобы они вместе вернулись во дворец, как только все закончится. Напомним, 20 серия сериала выйдет в эфир 19 апреля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.